О, вот это кто-то сильный. 1% шанс победить. Как раз вот мне прилетело это уведомление. Я левое плечо что-то немножко обрезано в вебке, но ничего страшного. Только что-то к битве долго подключается. А, во, все. Так, ну давайте попробуем тогда кого? Сектора. А он Джонни, да, взял? Сейчас глянем вообще, что он как. Что могёт. Текс. Наказывать, да? Ух ты, он прям очень. Не, ну смотри, а близко, между прочим, да? Сейчас, если прыгнет, я... Ворхедом получил, да? А это просто был этот, как его называют? Как же его называют-то? Чип дэмэдж, то есть он чисто дал мне гарантированную камбулю, да? Жесть вообще. Там вообще полная жесть. Я попал, походу, да? Он даже не даст мне, да, выйти? Не, я смотри, дал. Может, чуть получше стало. Тоже сойдет. Вполне себе неплохо. Yeah.
А, не сразу пошел. Мне броню никак не активировать. Нога, давай ногу. Ой, я себя сам загнал в угол. Я сам себя в угол загнал. Серьезно? Он специально мне это сделал? Или как? Не может такого быть. Я прям ждал этой ноги. Ну, он подкатывает ногой, это уже неплохо. И не вылезти никак. А, это наказывается или типа я просто не то что-то сделал? Мне казалось, что зелененьким нельзя дать в пах. Это странно. Он даже так, ничего себе. Там словить-то было невозможно. Ха. Жесть, вообще никак. Нечего вставить абсолютно. А почему ракеты туда упали, я не понял. Но он победил, он бруталку случайно сделал. Ой-ой-ой.
Ух ты, да ладно. А в смысле, это не... Это не... Я же броню сделал, почему он ее пробил? Да как из этого вылезти-то? Это наказывается, оказывается. Как назло слово, снова бруталка. Что поделать? Ой-ой, а я что-то это отпустил все. О. Нога, да? Все-таки он это сделал. Зацепился. Ой, я не наказал его. О, ну это, по-моему, почти не наказывается, как я понимаю. Сейчас нога будет по-любому. А, да ладно. Знал, да? Ну, все, ладно, я понял. О, он уже знает это. Ну, сейчас можно было, да? Типа, сейчас можно было как-то из этого вылезти. Чуть-чуть не поперло. Не знаю, есть ли смысл против него Гора брать. Вообще, как оно? Можно попробовать? Я не попадаю. Я вифую по нему. Я вифую реально жестко. Ой-ой-ой.
Да, видите? Он... Это капец как наказывается. Это очень. Это даже... Обычно же это, ну, не наказывается никак, а тут вон как. О, нормально. Да ладно, вообще никак, что ли? Ну да. Броня не сработала. Давайте попробуем за Гора поиграть против него. Он за Джакса сыграет. Нормально. Not bad. О, пойдет. Вот это плохо. Очень плохо, очень все плохо. Сейчас забьет. Опа, ты выиграл, смотри-ка. Ничего. Ничего так. Так. Умри, говорит человек. Так-то вообще неплохо. Ух ты! Gotcha. Проблемки у меня. Что он сделает? Сейчас броню какую-нибудь? Да, убьет ведь. Там урон-то много. Это, по-моему, броня. Я что-то внезапно все комбо забыл.
Опа. Поймал он меня. О, он знал, что я прыгать буду. А у Джакса как раз против этого есть вот такая коленка. Да, я записываю. А, то есть вот настолько все плохо, да? Он меня уже читать начинает. Ой, наказание. Хватило, да, хп ему? Ой, я не хотел с собой подходить. Вот стоит мне чуть-чуть ошибиться, он меня ловит. А, так я поменял. Ой, почти. Там чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Зачем же я без брони-то даю? А у него-то 3 метра теперь энергии, что ж мне делать-то? За броня пролетела. Так. Ага.
Что, даже он даже отпрыгнуть мне не дает. Я не то, что там напрыгнуть, отпрыгнуть не дает. Ой, это наказание. Ой, он два. А откуда он знал, что так сделаю? Он два дал. Одни только приемы горы, смотрите, что умеют. Да? Неудобная штука. Прыгать будет, наверное. Ой, наказал. Наказать же мог. Я что-то растерялся. Это наказывается, да? Ой-ой. А что ж, надо было хоть что-то сделать, там прыгнуть, я не знаю. С броней можно было прыгнуть, я бы успел улететь. Я бы успел улететь, мне кажется. О! Ну хоть ладно, 12 добил. Нет, там такие миксапы, что ну его нафиг. Надо же... Ну это прям такой кулак был наглый, что вообще с ума сойдешь. Что это было? Он оглушился? Или что это такое было? Я первый раз такое вижу. О, я случайно присел. Случайно. Нельзя же было. Нельзя было приседать. Но он фигню сделал, кстати. О, поймал. Началось. Началось. Не, я уже не выживаю. Там ему один удар-то оставался. Не знаю, может еще бой потом сменим? Да, на кого? На Смока?
А я же нажимал нормально. Тихо. Ой, накажет. Попал, смотри. А, так это можно прям вообще спокойно, да? Ух ты, там окно. Я не знал, я просто так чисто нажал по приколу. И случайно в окно попал. А кто мог знать, что там окно, серьезно? Не, ну реально. Я типа не знал, что там окно. А, можно же так еще, точно. Ой-ой-ой. Да вот я не знаю, вот что в этой ситуации делать, честно говоря. А, знал, да? А там, на самом деле, я бы, если бы попал бы по нему хотя бы одной камбули, он бы умер. А? Да, бери, бери. В общем, на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!